Захаров. Так, Михаил, ну-ка колитесь, вы 500 рублей прислали. Так, давайте так. Я постеснялся, видели, что я закончил разговор, а там есть такое у меня объявление. А вот когда сейчас, раз уж вы, я поменяю, что это вы, прислали 500 рублей. Сейчас я кое-что объясню. Уже ладно, я обычно стесняюсь, потому что многие потом даже просто отключатся. Вот живут спокойно, и вдруг какие-то просьбы личные. Так, это мы мешки для мусора убрали. Фотографии на памятнике убрали. Это дурацкая реклама. Гранит убрали. Сейчас я объясню. Так, мешки для мусора убрали. Объявление. Надежным друзьям. Это я писал несколько дней назад. Скромной семье, больная мать-одиночка. Ни копейки доходов. Лично у нее ни копейки. Она и болеет. Находить не может. И до сих пор не может оформить инвалидность. Бывает. Для двух девочек-подростков по совету учителя нужен ноутбук. Вот. Ну, а мне что? Я ни разу в жизни не прошел мимо такого. Ни разу в жизни. Вот. Могу, поэтому я написал, могу оплатить часть, 10 тысяч рублей. Остальное как сложится. Или, посмотрите, что такое сложится. Вот прислал, я наверняка думаю, что это Михаил прочитал и прислал 500 рублей именно вот по этому объявлению. То есть уже имеем 10 тысяч, еще 500. Так, то есть мы можем набрать и 11 тысяч, и 12. Ну, на новый ноутбук, конечно, не потянем. Поэтому я тогда предложил другой вариант. Или кто-то из вас пришлет надежный ноутбук БУ высшего употребления. А я вышел свои 10 тысяч. И может быть кто-то добавит, вот как свинин. На всякий случай, мой телефон привязан к карте Сбербанка. 8-960-776-86-72. Что я скажу? Это себя настолько беззащитно и без... правно и без ничего. А учительница говорит, нужен ноутбук. Все время такое. Давайте сделаем так. Может быть, еще кто-то пришлет. Кто? Да я 50 рублей, 100 рублей. Вот. Ну, хоть, чтобы было не 10 тысяч, а побольше. Раз. Так, может быть, в крайнем случае, если кто-то пришлет ноутбук, я ему вышлю эти 10 тысяч плюс то, что собрал. 10 500. То есть не прошу дарить. Но бывает такое, что уже человеку не нужен ноутбук. Бывает, а он лежит просто без дела. Мой номер телефона привязан к карте. 8-960-776-86-72. Два варианта. Или дособирать хотя бы на пол ноутбука денег. Кто-то сказал, что новая стоит 30-40 тысяч. Мне стало плохо. Я столько не могу. Вот. И дети, и девочек жалко. Они чувствуют вот это, знаете как, это унижение, это беспомощность. Вот. Я, хотите, скажу про одну из этих детей сейчас. Я уже не то, что на жалость бью. Вот когда их бабушка пришла ко мне, ну, подрабатывала, и говорит, дети едят, но это было несколько лет назад, 2-3 года назад, может, сейчас по-другому. И говорит, все идут в столовую, а она сидит, в классе, говорит, кушать не хочу. Гордая девочка. А на самом деле надо было платить. Вот. Ну, я помню, до конца года я платил там по 1000 рублей. Потому что я тут же полез в этот. У меня таких случаев нет, не десятки, что вы. Не сотни. Вот, когда это. Я так получилось, что просто не могу. Не могу и все по-другому. И вот получается так, что помаленечку, но годы идут, все-таки дети растут. Но эти две девочки, это их, на самом деле у меня их больше десятка таких. Вот, помогаю, чем могу. Поэтому не прошу я даже... А, сейчас самое главное скажу. Вот, все равно унизительно просить у вас помощи. Не нужен ноутбук, давайте вышлем. Но я за него деньги вышлю, хоть полцены. А если вариант еще купите у меня... За 5 дней не было ни одного заказа на косточки. Это все, это катастрофа. Видимо, время такое настало. В прошлом году за 5 дней было бы 10 этих самых заказов. Вот. А тут ни одного. Понимаете, что получилось? Поэтому я вас это еще раз прошу.
И не надо мне это самое, я не с протянутой рукой. Закажите косточки. Они вернутся такими доходами, дикими, невероятными. Что каждая косточка обернется 1000%, 10, 100% будет дохода. Ну не каждая, но половина. Поэтому закончим на этом именно вот эту часть разговора. 8-960-776-86-72. И звоните, скажите, диктуйте адрес, я пришлю старый ноутбук. Ну, не старый, но такой, чтобы. А я выше деньги. Вот. Все будет честно, благородно. И помощь, кто-то от ноутбука избавится. Вот такие дела.